этом островке сразу два момента, призванных разнообразить впечатление игрока. Электропазл в заброшенном доме и сцена встречи с рыбаками. Это была первая из подобных встреч, реализованных в Metro Exodus, и на ней мы отрабатывали контекстные реакции мирных персонажей на действия игрока. Кстати, о рыбаках. Так получилось, что главной угрозой для них оказался вовсе не вооруженный до зубов Артем, а объект их поклонения — гигантский сом, который съедал бедолаг прямо во время мирной беседы.